Пятеро тяжелобольных будут доставлены спецбортом МЧС России из Крыма в медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщают в пресс-службе ведомства, среди транспортируемых пациентов двое детей. На протяжении всего полета госпитализируемые будут находиться под наблюдением специалистов отряда МЧС Центра «Спас». Борт, доставляющий больных в профильные учреждения, оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания, а также кардиомониторами. Современное оборудование позволяет оказывать высокоспециализированную помощь пациентам во время транспортировки. Эвакуируются для дальнейшего долечивания пятеро больных, трое из них будут госпитализированы в Санкт-Петербурге, двое в Москве. На момент осмотра состояние некоторых больных средней тяжести, некоторых удовлетворительное. Я думаю, что полет пройдет нормально. Напомним, сотрудники МЧС России регулярно осуществляют санитарно-авиационные эвакуации тяжелобольных граждан из Республики Крым в медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Егор Зайцев, служба новостей ИТВ.